Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вернуться опять к своему ящику «Друг» и рассказать, как он себя показал в летний период. Чрезвычайно полезная вещь оказалась, и сейчас я вам объясню, в чем дело. Ну, я, собственно, уже говорил в предыдущем ролике, каким образом я использую его как холодильник. А теперь я хочу вам рассказать о практике его применения. Ну, собственно говоря, я уже показывал. Я использую две бутылки. Лежат они вот таким вот образом. Вот такие в ящике. В принципе, что они полуторалитровые брать, ну, уже у меня так сложилось. Заполнены они солевым раствором. Сюда кладется потом все, что необходимо. Что хочу сказать. Ящик очень легко моется, если какие-то проблемы возникают. Легко проветривается. То есть никогда в нем не бывает ни грязи, ничего. У нас однажды был юбилей. И наша молодежь решила поехать отдохнуть в Окскую жемчужину. Это Рязанская область. И для того, чтобы как бы что-то с собой взять, я использовал этот ящик вот с этими бутылками. Положили туда кое-какие продукты питания, но это не важно. И в том числе положили рыбные палочки там для салатов, для того, для сего. Ну, положили, лежит в багажнике. Ну, где-то, наверное, часа 2-3, наверное, пока мы прособирались, пока мы проехали. И когда я в багажнике открыл этот ящик, то палочки были не разморожены. То есть они как лежали замороженные, так и лежали. Но не это самое главное. Самое главное, что, естественно, все вынули, отнесли в холодильник. А ящик с бутылками у меня остался в багажнике. И вот все время, сколько мы там находились, а находились мы там достаточно долго, в общем, часов 12, наверное. А ящик находился, как я уже сказал, в багажнике. И когда я подошел к машине, а температура была 30 с лишним градусов, и когда я залез в багажник, там просто было нечто. Там градусов 50 было жары. Но когда я открыл этого своего друга, то оказалось, что бутылки-то и не растаяли. Ну, подтаяли, естественно, но лед в бутылках остался. То есть вот такая вот ситуация, она сподвигла меня и на другое дело. Теперь на рыбалку я собираюсь таким образом. Я достаю бутылки из морозильника, укладываю их на дно, сверху покрываю тряпочкой. И кладу туда пакет. Ну, если есть какая-то необходимость положить туда что-то, ну, прикормку, насадку, элементарно все это можно сделать. Вот, но я его использую для хранения рыбы. То есть вот вы часто можете видеть, я сижу на этом ящике, но он используется у меня не для сидения в основном, а для того, чтобы складывать туда рыбу. Поймали, положили в пакет, положили на ледяные бутылки. То есть фактически рыба лежит как бы на леднике. Я такие вещи видел, ребят, самодельные вещи делают. Я ни в коем случае не пропагандирую этот ящик «Друг». Ну, он как бы уже готовый, купил его и купил. Ребята делают из пенопласта короба, и они работают таким же образом. Дело в том, что вот в такую жару, в 30 с лишним градусов, как бы мы ни хранили пойманную рыбу, мы всегда имеем шанс ее испортить. Будь то в садках, будь то на куканах, тем более, когда на лодке плаваешь на куканах, то часто рыбу приходится вынимать, потому что она мешает движению. Ну и, короче, рыба гибнет и там, и там. А погибшей рыбе достаточно пару часов, и она, в общем-то, пропадет. В ящике этого не происходит. Рыба лежит, ну, долго мы ее не хранили, но часов 4, 5, 6 привозишь домой, а она, ну, просто вот совершенно как бы свежепойманная.
Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать о применении этого ящика «Друг» в летних условиях, это вещь очень даже замечательная. Почему, я вам уже сказал, повторяться не буду. Если кого-то это заинтересовало, могу проконсультировать, пояснить, подсказать. Ну, а вообще вещь прекрасная. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Подписывайтесь. И будем вместе решать какие-то рыболовные вопросы. До свидания.